Всем привет, всем привет, меня зовут Максим, канал GG Family, продолжаем God of War Ragnarok. И намечается у нас Махич, да? Ой-ой-ой. Нет, сзади кто-то идет. Тихо. Да перестань ты, хватит уже. Не-не-не. А, ты скинул. Сколько жестокости. Ну а что делать? Буду ждать на той стороне. Давай. Вот это прыжок. Так, а я что сделал? Это зачем? Это чтоб туда перелазить, да? Не, а можно наверх мне обратно? Я хочу отменить. Там. Хочу обратно. Так, ну нам по-любому надо перебираться, так что давай тут поиграем пока. А вот, кстати, и сундук. Тот самый, который я увидел уже очень давно. Больше ничего нет. Вкусненького, сладенького. Блин, ну что-то звенит. А, это его цепь. Я все забываю, блин, про них. Подожди, а там что? А как туда? А, я хочу туда. Подожди. Как туда попасть? Кто там это так запрятал? Тут я сделал. Тут я открыл. Ладно. Тогда потом, наверное, как-нибудь. Либо впереди еще нас это ждет. Но я надо про него забыть. Ой, забыть, запомнить надо. Буду ждать на той стороне. А, стопы. А нет. А можешь с этой стороны? Ялфа! Ну нет, значит мы там будем. Значит мы там будем на втором этаже. О, вот это прыжок. Снова сундук. Начинает соображать. Никогда светлые эльфы не оказывали такого влияния на храм. Это из-за нас. Видимо, они назначили нового стража. В пару с Варталёфору. Роль темных эльфов. Видимо, тоже ушел в свет. Так, а как поднять его?
Стой, Атрей. Подожди. А зачем поднимать? А нет, можно, да, поднять его. Это вот так вот делается. И вот оттуда стрельнуть. Да блин. Ой, посильнее-то. Да, ну в смысле ты? Надо быстро. А что ты все? Да, ты издеваешься. А где? О, ясно. Нужно выбрать момент. Я отсюда, кстати, смогу выйти. Рунический выстрел. Ну-ка. Это у... Нет, один только. Чувство рунический выстрел. Ладно, короче, фигня какая-то. Видимо, что-то сладенькое. Мне пока все устраивает. Этот мистик нас не видит. На земле сумеречный камень. Сумеречный камень в сражении пригодится. Можно продолжить путь здесь. Отец, сюда! Подожди. Ой, отлично. Это там мне сейчас и нужно. Вот они. Делайте, что должны. Отец, берегись, Вера! Ай, блядь. Сзади! Тихо. Все, он упал. Так и не понимаю, как они создают мосты. Блин, я ульту все забываю. Я видел их и на эльфах. А, я отсюда вылез, все. Тихо. Интересно, может ли эта статуя упасть поперек пропасти? Все, подожди, толкнем. Кристаллы еще создают мосты, но теперь светлые эльфы их носят. Умно. Еще чуть-чуть. Давайте я. Давай. Мне кажется, ему начинает нравиться разрушение. Еще немного и будет горшки крушить. Продолжим. На меня типа намек. Сюда можно пройти или нет? По крайней мере, мы уже близко. Посмотрите вверх. Видите? Изнутри он кажется еще выше. Не верится, что тут внизу все это.
А, все, я понял. Это чтобы быстро все сделать. Надо только сначала все найти. А вот сундук, который меня так беспокоил. Так, раз бринчелка. Вот я знаю, два бринчелка, а где третья? А, и третья, все. Но, ну зачем им устраивать эти сомнительные игры? Тебе должно быть виднее, брат. Я уж и не помню, как я в последний раз был. Блин, так быстро. Надо, короче, выбрать, чтобы я отсюда... А, нет, так не получится, да? По-любому. Блин, быстрее. Отлично. Очень быстро. Отлично. Тут что-нибудь хорошее должно быть. Еще сумеречный камень. Приятно его тут найти. Опа. Так, я там вижу ворона. Главное не забыть про него. Ты чё такой? Испугался? Опять то же самое. Ай! Блять, пока нацелишься. Враг справа! Короче, ультану, да и все. А то мне и так нифига нет. Ладно, хватит. А то очень быстро тратится. Враг слева! Да где? Не вижу. Слева, справа. Не то? Да куда ты бежишь? Что ты делаешь? Какой-то глюк. Блядь, еще этих не хватало. Блин, не достал. Что-то они зависли здесь немножечко. Мать твою. Так, ты что? Да вы хорош со всех сторон-то, пацаны. Блин, не то. Ты можешь по этому стрелять, а? Спасибо. Ты не можешь с этим с одним справиться, что ли? Последний! А что за самонаводящиеся патроны? Я что-то ничего не понимаю. Огромный шар летит к тебе! Да ничего не летит. Еще кто-то, нет? Все. Что-то жесткие какие-то они в этот раз были. Он ярче, чем я помню. Конечно, тут пока нацелишься, пока наметишься, блин, в тебя 50 раз уже стрельнут. Ничего тут не осталось, ни от кого.
тут тоже нельзя слезть. Просто такие места как будто намекают на то, что можно слезть, но слезть нельзя. А вот тут? Отыкнись. Ладно. Ах ты ж. Давай, прыгай обратно. Ну. Блин, в первой части вроде бы 43 было ворона, это же 48. Ну тут, скорее всего, и миров побольше будет. Наверное, нам дадут побывать во всех. Снова световая дверь. На щите той статуи сумеречный камень, но угол неудобный. Ёпа! Можно сделать так, чтобы эльфы больше не сражались? Если бы Фрейер не ушел, здесь царил бы мир. Теперь. Ты говоришь, будто Фрейер во всем виноват. Эта война началась задолго до него. Но он был способен исцелить эту землю и прекратить войну, нет? Он сделал выбор. Неверный. Может, для Альфхейма, но не обязательно для себя. Что? Каждому предназначено идти своим путем. Неважно куда. Нам надо перебраться на ту сторону. Горшки поразбиваем, как говорит Мимир. А как нам перебраться на ту сторону? А, все вижу. Скорее всего, как-то так. Не так? Или надо отсюда откуда-то кидать? А. Теперь верно. Ну, в смысле верно? Как? Тюр, когда мы были здесь в прошлый раз, мы убили короля темных эльфов. Очень... А, он с обоих сторон. Я часто думал, что же стало со Свартальёфором. Нам пришлось защищаться. Но умирая, он сказал, что мы помогали не тем. Ясно. Неплохо, брат. Сюда. Еще немного. Погнали, 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 пацаны. Давай, 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 давай. Давай, давай. Давай. Запись идет? Запись идет. Так, мы опять на улице. Ты все еще слышишь вой раненого существа, Трей? Вроде бы. Возможно, дело в буре. Узнаем тайное пророчество загадочного провидца. Сможем заняться этим? Чё? Я единственный, который ничего не видит. Стоять, что-то разглядывать. Ладно. Там, из центрального зала, попадем наверх. Как только пройдем через еще одну световую дверь. Не, ну это место прям как будто прыгать.
Только как будто бы что-то тут мешает. Нет, конечно. Бесконечность. Но чего? Могущество? Перспектив? Амбиций? Туманно как-то. Там я был? Скорее всего, нет еще. Все, пацаны, я все собрал, погнали. Все вижу. В ту сторону смотрит. А что если... Давайте я помогу. Давай. С такого угла получится. Неплохо. Рад помочь. Всегда бы так помогал. О, свет Альфи. Пойдем, ты зашел на борт? А то этот корабль отправляется. Ничего. Что не так? В прошлый раз я слышал там маму, но больше не слышу. Теперь ее душа слилась со светом. Этот закон древнее самого Одина. Она нашла покой, Андрей. Надеюсь. Когда отец побывал в свете, он сказал... Ты побывал в свете Альфхейма? Да. И тем не менее, ты здесь, в здравом уме и даже не обгоревший. Ответь мне, Кратос, что ты там видел? Это лишь мое знание. Но для меня прошли мгновения. А вот для меня не мгновение. Я был заперт. А Трей приложил немало сил, чтобы меня спасти. Даже не представляю. Ну что ж, триптих Гроа ждет. А ты встречался с Гро? Много раз. Но ее терзали видения, и разговаривать с ней было трудновато. Он еще раз хочет туда зайти. Что ты делаешь? Я что-то слышал. Отец, ее уже нет. Нифига себе, как ты заговорил. В первой части он постоянно... Я слышу маму, там, я скучаю по маме. А сейчас уже... А, ее нет уже. Ну, такие вот дети, да? Идем дальше. Почти на месте.
кое-что изменилось. В прошлый раз тут было полно ульев и много темных эльфов. Я всегда думал, что король темных эльфов, что все темные эльфы... Тюр. Да? Мы помогали не тем. Ты уверен, что это правильный вопрос? А какой вопрос правильный? Есть ли в этой войне те? Вот именно. Что думаешь, Атрей? Есть ли в этой войне правое? Я не знаю. Тогда не стоит и выбирать. Да. Так, а зачем здесь? Только что куда-то попадал? О, почти тут пока. Ладно, я пошутил. Блин, конечно, сильно все изменили. А, помню это место. А тут был тайничок какой-то. Я хотя бы сундук положил. Блин, вот играю и сейчас вот понимаю, что на PS4, конечно, FPS-ов не хватает. Вот это вот очень все смазывает. Я не знаю, мне кажется, кадры 24. Ну, 30 это максимум. Кажется, меньше. Хотя, ну, по игре не видно, что она тормозит или там что-то такое. Она чувствуется. Че, я что-то забыл все-таки, да? Я знал, что мы что-то потеряли. Ты веришь в судьбу, Синдри? Конечно, нет. Думаешь, я бы мыл руки, если бы верил, что мои действия ни на что не влияют? Только одно может повлиять на твою жизнь. Это ты сам. Окей. Великаны всегда любили прятать свои тайны на виду. Взгляните-ка на это. О, да. Тут у нас Гроа ищет своего пропавшего мужа. Она не оставляла своих попыток, целыми неделями погружалась в тонкие миры, но, увы, нашла она нечто иное. Видение о Рагнарёке. Весть об этом видении достигла Одина. Он разыскал ее и потребовал все рассказать. И новости ему не понравились. Ярнвид? Это же... Не знаю, что это. Мифическое убежище великанов. Интересно. Так оно в Йотунхейме. Некоторые великаны в это верили, но Ярнвида нет, парень. Это лишь идея, метафорический рай. Его нет. Считается, что Гроа попросила, чтобы когда она отправится в свет, ее пепел вернули в Йотунхейм. Сложно представить, что Один к ней прислушался. Значит, воин. Наверное, это буду... Слишком он, много Локи, догадок. Написано, что, да, мне да. Кажется, не воспринимай эти абстракции так буквально. Пророчества всегда туманны. Хотя некоторые порой очевиднее прочих. Рагнарёк. Да. Конец всему. Так значит, все.
Мы никак его не остановим. Должен быть способ. Иначе зачем это прятать? Смотри, Тюр, вот что мы видели. Тебя. Ты сражался в Рагнарёк. Нет. Я не могу. А это что? Интересно. Асгард погибнет? Но другие миры целы. А Один мертв. Она солгала. Гро лгала. Ну, конечно. Один полагается на лжепророчество. Значит, мы переживем Рагнарёк. Победим Одина. В этом пророчестве мы не присутствуем. Но это же Тюр вел армию на Асгард. И там были воины из Хеля, и эльфы, и воин. Ладно, кто он такой, неважно. Но мы впервые знаем что-то, о чем не знает Один. Знаем, что можем победить. Тюр. Я не дам пророчеству решать за меня. Но мы же видели... Нет, Атрей. Так нельзя. Идем. Нужно все обсудить. Мы не в силах остановить его, но мы можем победить. Если Асгард будет уничтожен, погибнет далеко не только Один. Должен быть иной способ. Чемоданом. Обратно возвращаться. Может, для начала выйдем отсюда? Согласен. Блять, не так много. Световая бомба! Ялфа! Так, я шел по той стороне, теперь давай пойдем по этой. А тут нельзя, куда наверх. А заморозить воду. О. Так, а тут что, кто? Веревки там не порежутся никак. Что-то хочется устроить тут какой-то. Балаган хочется устроить. Только не сейчас, давай. Так, ну я надеюсь, что на серию там не хватит. А, ну, в принципе, тут осталось-то записать немножко так по времени. Серии хватит, а потом поставлю. Ялфа! Thank you.
Так, а где второй? Или все уж? Кошмар слева! Я понял. Смотри, стрели. Ёпа! Нельзя. Нельзя было прыгать во время боя. Ну, не во время боя, а во время... Короче, пока он был в прыжке, мы его ударили, из-за этого он сдох сразу же. Летел, чтобы летел, типа. Ну-ка, и куда? Куда? Я думал, до конца пролетит. Куда нам идти-то? Че дальше? А, можно вниз. Или нет? Да, можно вниз. А там что? Погодь. А, иду, можно слезть так же. Ну, быстрее, пока их нет. Добивай. Этот уродец сейчас взорвется! Да я понял. Нужно идти дальше. Он разнервничался. С ним все хорошо? Соберись, Атрей. Просто чтобы проверить. Да, ничего. То есть хватит сверкать. А, нет, тут все-таки что-то было. Сюда. Блин, тюрьме начинает подбешивать. Ну, какой-то это... Так. Блин, думал, что-то есть, нет. Обманывают. Так, ну дают хилку, значит, сейчас будет битва. Босс батл, да? Убил? Ну все.
что она быстро заканчивается. Потом надо еще процесс закончить. Да, я забыл про щит. Да я легкий. Давай синюю это. Отлично. Блин, может ее это? Успел? Она лечится с помощью света. Не надо. Нормас. Альва, много зим назад мы победили короля темных эльфов, сватали Фура. Оказывается, с тех пор у храма света появилась новая хранительница. Ее мастерство во владении мечом и собственным телом не похоже ни на что из того, с чем мне доводилось сталкиваться. Она напала первой, но Атрей снова задается вопросом, то ли стороне мы помогаем, имея в виду борьбу между светлыми и темными эльфами. Я считаю, что в этой борьбе мы должны оставаться на собственной стороне. Тюр, все нормально? Нет. О, отлично, Левиафан прокачаем. Все кончено. Ничего не кончено. Я... Все будет в порядке, Тюр. Ты же видел, что случится. Я сказал, что не пойду с вами, но в итоге тащу ни в чем не повинного эльфа. Не повинного? И иду по пути разрушения Асгарда. Разве у нас есть выбор? Выбор есть всегда! Я не стану возглавлять войну. Не стану. Я уже не тот. Я не хочу сражаться. Но с вами тремя этого не избежать. Ваш путь ведет к множеству жертв, к невероятной боли и страданиям. Нет! Нет! Атрей! Проклятие! Ну капец. Держись! Сюда! Используй клинки! Тихо, держись, пацан! Спасибо. Согласен. И чё это ты так посмотрел, типа? Ты ранен? Нет. Тюр, спасибо и
прости, мне не стоило, ну... Нет. Мне не стоило. Спасать? Не стоило быть здесь. Лучше поспешить. Ага. Я думаю, можно тогда и закончить. Слушай, я просто хочу поступить верно. А если вспомнить пророчество... Хватит о пророчестве. Война не даст тебе цели в жизни, Андрей. Война — это смерть. Еще немножечко. Тогда что нам делать? Сложить оружие? Бездействовать? Хватит. Обсудим все это в более безопасном месте. Не, по идее, тут никого не должно быть больше из врагов. Блин, как это... Да хватит туда-сюда прыгать. Ну нет, ладно, надо закончить, иначе очень длинная серия получится. Сейчас сундуком закончим. Всем, ребятушки, спасибо за просмотр. Если видосик понравился, то ставь лайк, подписывайся, комментируй. Как всегда, с тобой был Максим, канал DJ Family. Всем пока и до новых встреч. Пока-пока.